Боже милости, будь и грешен, создавай, Господи, помилуй меня, Вячеслав, если грешил. Господи, прости меня грешную и помилуй. Пусть всех на Тебя, Господи, уповает, и дай им пищу в благовремени, и отверзаешь это щедрого руку Твою, исполняешь всякое животное благоволение. Аллилуйя! Освети, дари, посылаемое Тобой словом истинной молитвы. Аминь. Аминь. Так, сегодня у нас 31 августа. Сергей Павлович сейчас после обеда выезжает. Я правильно понял? Да. Никак я его не мог задержать. У него учеба также точно начинается с 1 сентября. Но у нас здесь 16 сентября престольный праздник в честь святого мученика Анфима Никомедийского. Я ему сказал, ты можешь там объявить, кто может поехать, чтобы они эти билеты туда и сюда продали и приехать утром пораньше. 15-го. Если мы не уберем что-то где-то, картошку там другое, то тут уже распорядимся приехать. Я понял, что ты согласен, да? Да. Да. Италия остается. Предложили ему пасти коров. Момент, вот, когда бывает там вот, нельзя на уборочный, где уборочный будет, ты тут будешь занятый. Каждый день там надо и на очистки зерна, и везде. Отказаться не надо, в городе у меня ничего нету. Здесь, говорит, лучше синица в руках, чем журавль в небе, на больше рассчитывать. Коров пасти надо предварительно пройти, посмотреть, куда гоняют они, куда можно, куда нельзя. Где мы рыбачим, туда близко корова, чтобы никогда не подходила. В день платится 500 рублей и 1,5 литра молока. Мы будем с молоком. Вот. Ну а дальше, ну что, это не дрова колоть. Завернули, стоят и в это время играй своей игрушкой. Ну куда надо прямой репортаж делать. Все как есть. Я вот посмотрел, важность какая. Володя сейчас ушел, его нету. Где Володя? Володя нету. Куда он делся, Володя? Вот уехал бы президент куда-то, даже не коснулся бы. Дональд куда-то, Трамп уехал, даже никакой войны. В Сирии война нет, но Володи нет, он заметно, потому что он рядом. Что, куда он делся-то? А там шину взорвало. Велосипед Надежды Васильевны ушел, не сказался ничего. Так, у нас сегодня пятница, после дня. Неделю назад я получил свой адрес. Орешки кедровые на прощание разделить. Володя, я их не вскрыл, не открывал, знать не знаю. Раскрыть, ну считать не надо, ну примерно так. Будешь есть кедровые? Ну конечно, а? Угостить и буду. Да уже все, уже решено. Моего ничего нет, Татьяна купила тут по любви своей. А что сделать, разделить? У нас все есть. Сейчас я наточил редьку, морковку и огурец. Володя сказал тоже разделить. Это очень полезно. Видишь, какая еда. Это я тащил сейчас на самой мелкой терке. Да вам на троих, я уже взял себе редьку. Ну ладно, я тут вот это возьму. Берите это. Садимся за стол. У нас все есть. Дальше помидоры. Вон мед, новые качки. Покажи. Мед вчера продавали. Сколько? 1100 за 3-литровую банку. 1100. Ну вот, я еще не стал брать. Вот такую же подарил. Он очень щедрый. Я еще ничего не могу взять. Прибыли никакой нигде нету. Никого нет. Спасибо, Христос. Не бери, съешь эту. Свой палец. Да я себе отложил. Ты взял, ты тоже бери. Я тоже отложил, Гантик. Это ваша? Да. Виталий, ешь. Да, ну, не да вот. А-а-а. Сергей Первый. Вот это тебе, на. Осталось, возьми. Я же себе съел. Давай, я думаю, позже. Залежешь и сразу туда нога прокинешь. Будешь?
Дайте сколько перо? Ну что? Там у вас аппарат надо выключить? Да, сейчас выключу. Ты же ел голову? Не отложим, я сейчас выключу. Отложим. Сейчас снова буду за все.